Ай, больно, лагает, блин, как? Чё это такое с вами дома? Чё мне молния бьёт? Нет! Сейчас отойду и прыгну. Я за айфоном папиным схожу. Сейчас я приду. У меня тут айфон, молоток. Я просто сейчас возьму и буду ломать свой айфон. Обалдел, что ли, Женя? Зачем айфон сломал, а? И чё? Потому папа тебе уши надерёт. Его купили, а ты его сломал. А, Женя, не сюда бегал! Сынок, Жень, Жень. Что такое? Я не поняла. Не знаю. Вам накупили, он взял, сломал. Да вообще борзи. Всем привет, дорогие друзья, сейчас мы будем снимать Грифера, вот его дом, и в принципе я жду звонка этого чувака. У него такой домино, я думаю, тут думать не нужно, да, кто это? Это Грифер. Ну, понятное дело, что это Грифер, у него головы везде, он сейчас позвонить должен мне. Так, я случаем не в невидимке. Теперь ты невидимый, теперь ты снова видимый. Все, да, ждем звонка, вот он где-то там стоит, сказал, что сейчас позвонит. Жду, 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 ребята, жду. Ставьте пока лайки. И не забывайте, что если вы хотите снимать антигрифер шоу у меня на сервере, то есть привилегии соответствующие. Все, звонит. Стойте. Алло, здорово. Здорово, 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 здорово. Тебя что, приютить надо? Да, видишь, я у тебя уже у входа стою. О, здорово. Ой, то есть, короче, вот мой дом. Да, я вижу уже, я смотрел его. Тут, смотрю, у тебя много всяких. Голова. Ну, ты пошли со мной пойдем. Ты всех убил, что ли? Зачем ты? Да. А зачем ты их всех убил? Да просто. А что-то очень много людей ты убил. Угу. Смотри, это мой дом. Я понял, что это твой дом, но меня волнует то, что ты очень много людей. На второй этаж иди. Но ты очень много людей убил. Угу. Зачем ты убил так много людей? Да просто. Это ПВП. Хотя, ну, возможно, в принципе. Что-то. Иди сюда. Но алмазных блоков у тебя слишком много. Ой. Вот, смотри, прикольно. Ты слишком много алмазных блоков, слышишь? А что прикольно, здесь ничего нет. Да просто. И тут, ну пошли на первый этаж, я тебе секретную комнату покажу, прикольно. Мне кажется, все-таки ты Грифер, ты наубивал этих людей. Так, иди сюда. Тебя постучись в дверь, в дверь постучись. Так как нож есть? В дверь постучись, а то забью. Как я постучусь-то? Не знаю, как хочешь. Кто там, ходите. А, и это я. Что ты? Ты пусти. Ходи. Так и пусти. Так заходи сюда, короче. Так он не заходит. Сюда иди. Ой, ты слышишь, ты что, Грифер, что ли? Чё? Извини, нет, заходи. Ты меня ударил, сейчас чуть не сгорел. Так, смотри. Это у меня комната обычная. Потом... И что ты мне здесь показал? Просто комната? Да, иди сюда. Куда туда? А вот тут у меня самая секретная комната. Туда нельзя входить. Да, я зайду. Ну, пошли. Там у меня... Всё, даже нельзя заходить. Алмазы лежат. Где? Много, все. Я не могу открыть. Ну, значит, нельзя. Ну, откуда я знаю, что там алмазы лежат? Что ты врёшь тогда? Я открывал. Тут у меня чаровалка, зелье-кавалерка. У тебя, может, там не лежат алмазы, ты обманываешь меня. Тут у меня Валера. Слышишь, что нет там алмазов? Какая вот Валера? Яблочки. Где у тебя алмазы, покажи. Да там лежат, достал. Да нет там алмаза. Зачем ты бьешь? А чё ты? Ты Грифер, что ли? Нет. Ты же сказал, приютишь. Приючу. Ну, где вот, алмазы? Вот, смотри, давай сундук сломаю. Ну, сломай. Окей. Вот. Да ладно. Да я пошутил, да. Ты чё? Дурак. Из-за тебя сломал. Тебе откуда стук? Ты чё? О, слышь? Эй, отдал! Стой, я отдам. Ладно, забирайся. Вот, на. Я отдам и не буду ни своё брать. Пошли. Охренеть, сколько у тебя алмазов, конечно. Ты гриферишь? Нет. Видимо, ты гриферишь. Смотри, встань сюда. У меня что-то персонаж не идет, слышь? В смысле? Что-то не идет персонаж. А, вот идет. А, не идет. Давай тебя ударю. Не надо, стой, я сгорю. Зачем? Зачем? Блин. Сколько вещей. Да ты придурок, мне не надо было бить, я же сказал. Сколько вещей. Ты не слышишь, нет, я же сказал, мне не надо было бить, зачем ты меня убьёшь? Чего? Зачем? Я же тебе говорю, не надо мне было бить, зачем ты меня ударил? Чё ты врёшь? Ты ничего не говорил, ты сказал ударь меня. Ты болван, что ли? Я же тебе сказал. Не надо меня бить. Чё ты врёшь? Ты чё, офигел? Я тебе сказал, не надо меня бить, зачем ты меня убьёшь? Не ври. Ооо, я понял. Ты обманул меня. Да. Ну, у меня скрины есть на тебя. Какие? Я работаю агентом на этом сервере. Ну. Я вылавливаю гриферов, и у меня есть скрины на тебя.
Удачи желаю. Ну ты прими кол. Не хочу, спасибо. Прими кол, я тебе говорю. Не-а. Ты зря это делаешь. Ты а почему у тебя не красный? Потому что купила цвет себе здесь такой. А, прикольно. Тут цвета можно покупать, если что так. Почему у тебя Что ты ко мне засираешь? Я тебя сейчас опять убью, слышишь? Зачем ты у меня убьёшь? У меня ресурсов даже нет. Не надо меня убивать. Так, нет, стой. Нельзя через эту хрень. Ну ты вали отсюда, а больше сюда не приходи. Пошёл сейчас придешь, глаз дам. Я все, я скрины делаю на твой дом. Угу. Все, я прям скрины сейчас делаю. Только попробуй, тебе сейчас можно. Все, вот скрины делаю. Пошел. Ну, удали, бегом. А что, я тебя бить не могу? Стоять. Вон, мудак. Ты не можешь меня догнать. Все, я здесь скрины сделаю везде. Я даже алмазы твои сейчас заскриню. Не можешь меня догнать, да? Да ты лол просто. Типа везет просто. Да ты просто ничего мне сделать не можешь. Могу. Ну и что ты мне сделаешь? А ты мне что сделаешь? Я тебе ничего не сделаю. Ну вот. Ладно, чувак, я сейчас отойду. Окей? Куда ты отойдешь? На минутку там надо кое-куда-то идти. Куда ты отойдешь? Ну сейчас, жди. Ой, ты умер. Игрок убит. Что? Что это было? Ты умер. Вы умерли, не понял. О, ресурсы. Блин, я там ситхом из-за тебя не поставил. Блин, я забыл. Ты молодец. Пока мы тут... Пока я тебя хотел убить, я из-за тебя ситхом не поставил. Ну ты идиот, значит. Ну пиши кол, я тебя приму. Пиши кол. Пока я за тобой гнался, если я ситхом ставил, ты меня убил. Пиши мне кол. Гига. Гигабайт. Да. Сейчас я тебя приму в твой дом. Вот. Ты где? Где мои ресурсы? Где мои ресурсы? Вот твой ресурс, я их подобрал. Эй, вот. Отдай! Держи. Ты что делаешь? А, держи. Нет. Держи ресурс, вот твои ресурсы. О. Сука. Вот твоя голова. Все, я твоим домом завладел. Ну. Все. Не. Вали, это мои алмазы, понял? Это мои. Да, конечно, твои алмазы. Да. О, а, ты что там делаешь, слышь? Закрылся от тебя. Ой, а чё блок ла... Ты чё не... Эй! А чё с блоком? Эй! Ты ставь блок, ты чё пропадает блок? Эй! Блок пропадает. Хорей ломать! Блок пропадает. Да хорей ломать! Да блок пропадает. Ах ты ж гнида. Блок пропадает. Ах ты ж гнида. Блок пропадает. А, нет. Ой, ой, у тебя там сундук сломался. У тебя сундук сломался, слышишь? Гандон, ты мразь. Ой, мои сундуки. Все. Что с тобой происходит, а? Я тебе говорил. Все, мои алмазы, я валю, пока. Куда ты валишь-то? Ухожу от тебя. Чего? Че за огромный сервер, ты слышал? Ты где? Чё я за... дома. Я забрал свои вещи, убегаю. Стой, иди домой, тебе ресы отдам твои. Нет, я сейчас наверх заберусь. Ай, больно, лагает, блин, фак. Кто мне молнии бил? Всё, у тебя алмазов. Чё у тебя так много алмазов? Это мои алмазы, иди в жопу. О, вот ты, давай, подойди ко мне, я тебе верну алмазы. Нет, на, иди на, в жопу. На алмазы. В жопу иди. Чувак, ну верни, блин, ну пожалуйста, отстань от меня. Все, вон твой дом, иди домой, все, я тебе верну ресы, иди домой, все. Не нужен ты мне. Ну давай. Держи. Ты домой приди только. В дом ну, зайди. Ну что с моим домом? Что с моим домом будет? Ничего. А что ты летаешь? Ты читер? А что у тебя там парень? Вообще-то я на спаун ушел, если что-то. Я на дерево хочу, не хочу быть на дерево. Каким дерево? Я тебе сказал дом. Фон, я не хочу в доме, я хочу на дерево. Что это такое? Что ты сервер залагал, ты видел? Не понял, что с моим домом? Сервер что-то залагал. Не понял, что с моим домом? А что сервер залагал? А что с моим домом? Эй, что мне молния бьет? Нет! Опять молния. Что-то залагал сервер, видел? Видел спаун? Ты ж бы меня не забанили. Вот зачем ты отправил? Мне теперь за тебя, наверное, забанят. Ты ж бы не забанили. Видел спаун, слетел. Тебя забанят, да. О, вернулся, ура! Кто вернулся? Дом. Зачем? Ну, мой дом. Так, надо ресурсы все забирать. Куда ты их заберешь? Чего? Не понял. Так, ошибка сервера потеряет соединение. Ошибка, возможно, сервер потерял соединение. Хэй, баннер. Чего? Чего у тебя с головами? Кто меня забанил? Слышь, ты читер, чего у тебя с головами? Не знаю, меня забанили. Я не знаю, что тебя забанили. Ты читер, у тебя голову поменял. А знаешь, что я сейчас делаю? Я сейчас отойду и приду, окей? Я за айфоном папиным схожу. Зачем? Надо. Я хочу тебе селфи сделать. А
Какой селфи? Куда ты пошел? Сейчас я приду. Куда ты пошел? Ты что, куда ты пошел? Больной что ли? Эй! Все, я тут-то. Куда ты тут-то? Короче, у меня тут айфон. Ну. И молоток. Ты, как бы. Ты хвастаешься, что у тебя айфон? Зачем нет. ты мне это говоришь? Я просто сейчас возьму и буду ломать свой айфон. Свой? У тебя нет айфона. Угу. Какой? Вот. Сейчас, подожди. Я отойду тут на минутку. Еще возьму кое-что. Чего ты возьмешь? Скажи, что ты возьмешь. Что ты делаешь? Все, давай, я ломаю айфон. Стой. Раз, два, три. Ты что там делаешь? Слышишь? Ну, я слышу удары какие-то. Ты что, обалдел, что ли, Женя? Зачем айфон сломал, а? И что? Я сказал, папа тебе уши надерет. Бессовестный, а? Мы тебе его купили, а ты его сломал. Так. Женя, не сюда бегом! Ты что, придурок, зачем ты? Разве так можно? Ты погляди на него, а? Так, сынуль. Женя. Женя. Жень! Что? Сейчас, подожди. Ты где? Все, я тут. Поняла, Женя, в чем проблема? Что случилось? Почему ты его сломал? Ну, не да, надо. Зачем? Зачем? Что такое? Я не поняла. Не знаю. Вам накупили, а он сломал. Ты вообще оборзил. Нет. Что, что он самый умный ты или что? Женя. Слышь меня? Угу. Что? Угу. Все. Ты мне лишаешься компьютера на весь месяц. Ты понял? Да. На два. На год. За то, что ты разбил телефон. Понял. Да что, блин? Да. Нет. Не ремень. Ты погляди, какой. Чё? Женя, я не понял. Давай. Ладно, все, давай. А, нет, подожди, мне еще что-то другое что-то было. Да? Случайно. Как это случайно? Психология. А молоток зачем взял? Просто. Где вообще? Я его дома взял. Я в шоке. Я тоже. Ну что ж так, а? Ладно, все, давай мне компьютер решать. Мне его разбить хотят сейчас. Женя, пока, Женя. А разобью. Еще раз увижу, сядешь за компьютер. Будешь играть. Я да. его разобью. Все, давай, пока. Пока, Женя. Ты больной, что ли? В общем, это было здорово. Не знаю, оценивайте сами. Ставьте лайки. Блин, это была веселая серия. Вон, там родители пришли. В общем, всем спасибо. Заходите на серию. Всех жду. Всем пока. До новых встреч. Всех жду. Серия была бомба.